Сегодня на обзоре новая серия налобных фонарей от бренда Nightcore. Начнем с самого маленького и доступного NU10. Итак, NU10 это новая линия среди семейства брендовых, недорогих, ультралегких и сверхкомпактных, но при этом крайне производительных налобных фонарей, основное предназначение которых лежит в плоскости вспомогательной или аварийной функции. Благодаря компактным размерам в 60,5 на 35 на 29,2 мм при весе в 64,9 грамм, фонарик можно сравнить по занимаемой площади и массе с обычной зажигалкой. Соответственно, и в кармане NU10 с учетом крепежной повязки на голову будет занимать не намного больше места, чем та же самая зажигалка. Nightcore снабдил свое детище встроенным и, как для таких габаритов, крайне емким аккумулятором на 900 мАч, который позволяет непрерывно работать фонарю до 150 часов или практически целую неделю, что крайне важно при дальних турпоходах или при возникновении внештатной ситуации. Фонарь снабжен микро USB портом зарядки, которому в наше время еще нужно постараться, чтобы не найти источник питания. При этом в процессе заряда налобник сохраняет все функциональные возможности. NU10 исполнен из прочного поликарбоната, который защитит налобник от падения с высоты до 1,5 метра. Все соединения и порт зарядки имеют вакуумную защиту от гидроатаки на уровне IP66, что предусматривает использование фонаря в неблагоприятных погодных условиях вне дома. Корпус имеет заднюю панель, где установлены две скобы крепления эластичной налобной повязки. Нижние петли крепежной панели обеспечивают вертикальную регулировку корпуса фонаря под углом до 60 градусов. В верхней части корпуса налобника установлены две прорезиненные кнопки управления, одна из которых отвечает за три основных режима белого свечения на 160, 35 и 1 люмен и два специальных SOS и маяк. Вторая кнопка отвечает за управление специальным режимом красного свечения, который в свою очередь имеет два подрежима постоянного и сигнального свечения. Благодаря продуманной конструкции корпуса управлять налобником можно на ощупь, не снимая с головы. Кнопки управления имеют встроенный индикатор питания и заряда аккумуляторов. NU10 вооружен четырьмя производительными светодиодами белого свечения, которые способны выдавать в течение 7 часов на максимальных оборотах в 160 люмен луч дальностью до 35 метров. При этом угол засвета в 170 градусов практически перекрывает поле зрения человеческого глаза в темноте. Центральный светодиод красного свечения выдает световой поток на 13 люмен на время более 5 часов. В связи с чем налобник будет полезен, кроме прочих, силовикам, охотникам, егерям и всем тем, кто периодически нуждается в скрытом освещении. Фонарь NU10 исполнен в 6 цветах, что позволит подобрать налобник под любые окружающие условия, маскировочную одежду и иные субъективные требования пользователя. В комплект поставки входит сам налобный фонарь NU10, налобное крепление, фирменный кабель зарядки, инструкция на русском языке. Кто хочет узнать больше про новинку, все ссылки под этим видео.